Здравствуйте! После большого перерыва мы снова возвращаемся к нашим зрителям. Вы, наверное, по нас соскучились. Ну, не знаю, как вы учились бы нас, но сейчас мы говорим о разделе Ваэра. Это книга Шмот, вторая книга Торы. Ну, вот перед нами, здесь с нами Александр. Кто-то видел, смотрел за нашими передачами, помнит его немножко. Мы поговорим о нашей главе. Это как бы глава очень интересная, как бы начало попыток и усилий Моше Рабейну вывести народ из Египта. Первым делом это фиаско, какое-то как бы, ну, какая-то потеря надежды, и тем не менее конец хорош, хэппи-энд. Что-то у вас интересное заготовлено? Да, Рав Йосеф, я хотел спросить у вас по поводу РФ Рав. Угу. Уже сейчас, уже вот в этой главе, мы видим, что, возможно, уже появились какие-то движения в массах египтян, uh-huh. и уже образовывается вот эта группа под названием РФ РАФ. Uh-huh. Uh-huh. Вот я бы хотел, чтобы вы рассказали про РФ РАФ, uh-huh. и как бы такой вопрос, являются ли они сейчас своего рода продолжатель, являются ли левые израильтяне, имеют ли они отношение к РФ РАФ, являются ли они потомками РФ РАФ, или это те же души РФ РАФ? А я вам скажу, конечно, мы, особенно здесь, у нас в Ишеве, не занимаемся подобного рода, как бы, ну, дифференциацией, говорить, этот еврей, на самом деле, он не настоящий еврей, он РФ РАФ, потому что, как вы знаете, ну, во-первых, этот РФ РАФ, были такой РФ РАФ, которые приняли еврейство. И с этого момента они как бы евреи. Как вы знаете, есть одно из положений в Шулхан Арухе, что человек, который пришел в еврейство, запрещено об этом говорить и напоминать. Настолько, что когда вызывают человека в Торе, и тогда он как бы Бен Авраам, а Габай, который вызывает, ему рекомендовано говорить это так, чтобы никто не слышал. Да? Просто как бы имя и дальше. Вот. Поэтому мы этим не занимаемся, не говорим, как бы есть такая тенденция иногда сказать, этот человек, этот РФ РАФ, он не наш. Да? Понимаешь, это неправильно. Вот. Тут надо, говорится, бороться с человеком по сути, если он в чем-то не прав, как бы заниматься обсуждением его неправды, а не его происхождением. Хотя я думаю, что в принципе это может иметь место. Как бы происхождение, которое началось неправильно и продолжается. Скажем, мы сейчас, эта тема Гиюра, она очень актуальна в Израиле, есть разные аспекты. Тем не менее, поговорим в общем об этом явлении. Я уже чувствую, что вы что-то об этом учили. Но ведь на самом деле РФ имеется в виду в данном случае от глагола ЛЯРФ, смешать. Да? Большое смешение народов, ну вот как бы снова у нас актуально. Приехала сюда из, скажем, 1,5 миллиона выходцев из России, где-то, ну, как бы процентов 30, которые как бы имеют, или вообще не имеют никаких еврейских мужья, скажем, еврейских жен и прочее, прочее. Вот в какой-то степени это напоминает, это состояние. Вот тогда надо помнить, что объясняется один из причин прихода Йосефа в Египет, это то, что он должен был вот спасать эти души заблудшие. Мы знаем, что в момент творения мира часть душ, которые должны были реализоваться и как бы стать людьми, они так и остались и незатребованными. Вот. И они, как в то время, когда Египет был центром как бы мировой цивилизации, там они сконцентрировались, и поэтому Йосеф отправился туда для того, чтобы заниматься гиюром. И понимая, что это проблематично, как бы даже говорит Мидраш, что его осуждали за это, вот, за то, что он занимается гиюром. Ну, как видно, это была правда, и так и надо делать. Потому что главная, одна из задач – это спасти все души, которые должны были реализоваться как сыны Израиля, сыны Божьи, и почему-то не реализовались. Поэтому это понятно, что таким образом это как бы довольно проблематично, не всегда можно угадать. Поэтому, когда мы говорим о состоянии РФ РАФ, которые вышли вслед с сынами Израиля из Египта, есть как бы определенная дихотомия. То есть некоторые из них просто прошли очень как бы нормально, приняли еврейскую веру и пошли за Моше Рабейну, но говорится в частности, что и фараон
послал своих соглядатаев, вот тех самых кудесников, которые еще у нас в нашей главе состязаются с Моше и говорят, мы тоже умеем делать эти чудеса. Вот. А потом, когда они проиграли, то фараон сказал, что возможно, значит, будет какая-то слабина у народа Израиля, воспользоваться этой слабиной и, значит, снова попытаться вернуть Израиль в Египет. Так что, как видим, уже поэтому, как бы, эта масса эрав, она неоднородна. Там есть разные элементы, скажем, люди, которые приняли еврейскую веру полностью, вот у нас в этом смысле есть Итро, скажем, правда, он не совсем из этой группы, но тоже можно отнести, да? Потом второй уровень – люди, которые приняли просто потому, что они увидели, что Бог Израиля так силен, что как бы лучше быть на стороне сильных. Вот. Это уже как бы проблематично. И третья группа – это вот как бы те, которые просто пошли с этой как бы подколодной задачей. И как мы знаем, действительно, вот это Эгель а-Заав, золотой телец, он как раз появился благодаря вот действию этих... В данном случае, поэтому, когда говорим эрев-рав, это очень общее понятие, и тут как бы надо говорить дифференцированно, кто это были. То есть, скажем так, большинство, действительно, это были те души, которые нашел Йосеф, и потом мы уже до времен Моше Рабейну, они пришли в еврейство. То есть, мы говорим так, что полного освобождения мира не наступит, пока вот эти пропавшие души не облекутся в конкретных людей и как бы не будут тоже, потому что понятно, что Всевышний послал вот эти 600 тысяч душ в этот мир как какое-то орудие исправления спасения мира. И понятно, что когда в этой армии не хватает солдат, то нельзя достигнуть этого полного освобождения. Поэтому в целом мы как бы мы приветствуем гиюр, но только гиюр настоящий, да, подлинный от всей души. Поэтому мы не можем говорить пренебрежительно о всех, что это эрев-рав. Вот. А теперь, скажем, возьмем современную ситуацию, когда какой-то человек для видимости как будто бы пришел в еврейский народ, но он изначально не собирался это делать. И потом, когда, скажем, если особенно это девушка, то понятно, что дети, которые родятся у нее, на самом деле они тоже не евреи. Вот это большая проблема прослеживания. Но кто может это знать? Потому что, согласно существующему закону, сейчас тот момент, когда человек был в микве, да, девушка сказала, что она принимает законы еврейской веры, мы не должны никаких сомнений ставить на этот счет, потому что мы не знаем, возможно, хотя она пришла туда с какой-то злокозненной целью, просто получить корочки подходящие, да, чтобы у нее было написано еврейка. А вдруг в тот момент, когда она сказала это, она вдруг решила, что да, она вот такая будет, а потом, когда вышла, снова раскаялась. Вот видите, в этом смысле как бы мы никогда не можем сказать с определенностью, и тут просто... На самом деле надо работать с людьми. Если мы видим, что у человека что-то сомнительное, надо постараться ему объяснить, что как бы, ну, где правда и где хорошо. Да, и есть мнение, что Бог вменил частично в вину, что Моше уговорил Бога взять с собой эрев-рав. Да. Есть такое мнение. Да, да, есть такое мнение. Это как бы продолжение вот того, что осуждали Йосефа, почему он занимается, говорят, Яаков Авину, да, уже начал этот гиюр. Вот, а Йосеф по его следам пришел в Египет, занимался, и Моше Рабейну, очевидно, тоже. Вот это как бы, это просто говорит, по-моему, ну, вы знаете, Мидраш это все-таки не Тора. Да, в Торе об этом ничего нет. Вот, и поэтому мы не можем сказать с уверенностью, что там происходило. Мидраш тоже достаточно достоверная информация, но это не Тора. Значит, снова, учитывая проблематичность того, что часть из этих эрев-рав могла быть неподлинными, все-таки как бы, ну, вообще известно, что люди типа Моше умеют распознавать каждого человека. Да? Говорят, что люди типа Машиаха, они... Нюхом чувствует, кто нечестный. Вот самое. Вроде бы Моше тут пропустил этот момент, слишком полагался на себя. Я не берусь осуждать поведение Моше, просто я думаю, из того, что вы сказали, действительно светит то, что проблематично, сложно. И это как раз бывает, когда надо достичь определенную важную цель, ты должен считаться с возможными издержками, потому что стоит вопрос, а вообще не делать и запрещать, то тогда, возможно, эти души, которые должны были облечься в тело сыновей Израиля, не облекутся, и снова цель не будет достигнута. Проблематично, сложно, действительно. Да.
И они все погибли с нечистыми помыслами, которые погибли в течение 40-38 лет. Да, можно сказать так, действительно. Тогда откуда, спрашивается, взялся наш эрав-раб и хотели каким-то образом перевести на рельсы современного мира. Да. Значит, не все погибли. Да? Или просто, наверное, потом присоединились снова какие-то снова нечистые души. Хотя, как вы знаете, инструкция при принятии, прямо открытие дела людей, которые хотят прийти в еврейскую веру, говорят: слушай, ты понимаешь, что на себя берешь? Евреев преследуют, евреям тяжело, зачем тебе это надо? Будь хорошим человеком. Для того, чтобы быть хорошим человеком, достаточно 7 заповедей Нейноха. И говорят так: ну хорошо, а сейчас, чтобы выехать, скажем, из России за границу и получить хорошие документы, как раз выгодно быть евреем? Как же ты говоришь, ты понимаешь, что это невыгодно, да? Он говорит, как раз наоборот. Но здесь другая сторона этого дела. Понятно, что в тот момент, когда человек принимает на себя законы Торы, а законы Торы, они делятся на законы запретов и наказаний. То есть на самом деле он принимает на себя и все наказания тоже. Так что даже если, скажем, выгодно быть гражданином Израиля, но человек, который взял на себя обязанность выполнять Тору и не выполняет и нарушает, он по-прежнему, значит, он наоборот ставит себя в очень тяжелое и серьезное положение. Поэтому я рекомендую всем людям, которые задумаются над гиюром, не думать только о положительной и удобной стороне этого дела, но и о том, что в конечном счете это все оборачивается нехорошо, скажем, смертью, болезнью детей и прочее. Да, никому не желаю. Искренность должна быть. Должна быть искренность и глубина веры. То есть то, что у нас требуется от гиюра, ведь на самом деле гиюр — это не переход в еврейскую нацию, это принятие истинной веры. Понять, что это вера истина, а уж как следствие того, ты действительно пришел. Александр, я нам даю знать, что мы исчерпали свое время. Спасибо вам за интересный разговор. При случае поговорим еще. Всего хорошего. Всего хорошего. Спасибо.